Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие ветераны, дети, внуки и правнуки героев блокадного Ленинграда, друзья-питерцы, спасибо, что пригласили. Для меня очень важно быть здесь в такие сакральные для наших народов дни. Сегодня, в день полного снятия блокады Ленинграда, мы погружаемся в мысли и чувства людей, переживших на земле ад. Даже спустя 80 лет память об этих событиях заставляет сжиматься сердца, вновь испытывать горечь потерь и радость освобождения. И невероятный накал борьбы за жизнь, за нашу победу. Цена великой победы – наша общая боль, общая для всех народов, приговоренных гитлеровской Германией к смерти. Белорусы чувствуют ее, как никто другой. Эта боль отлита в бронзе и выбита в камне на тысячах братских могил неизвестных солдат, в местах массовых казней мирных жителей и самоотверженных подвигов красноармейцев, партизан, подпольщиков от Москвы до Бреста и Берлина. Каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник – неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века. Как бы кому-то это не хотелось сегодня.